Мы, что называется, отвечаем на то, как нас обзывали и называли много лет. Сейчас вот стали отвечать. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с первых дней российской СВО перешел на крайне жесткую риторику и в отношении Запада, и в адрес Киева. Врагов России он называл ублюдками и выродками, и это еще довольно мягкая цитата. В эти дни, находясь с визитом в Лаосе, он комментировал появление украинских диверсантов в Белгородской области. Что касается этих отморозков, я их иначе назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать. Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать. Делает очень резкие заявления Дмитрий Анатольевич Медведев. Круто. Но Дмитрий Анатольевич заместитель председателя Совета Безопасности. Надо уничтожать врагов как крыс. Правильно. Их покрошили на территории Белгородской области. А на территории Харьковской преследовать там беспилотниками, еще другими средствами огневого поражения не стали. Вот то, что Российская Федерация делает зачастую жесткие заявления, а за ними ничего не следует. То, что проводят красные линии, которые позволяют нарушать, и нету никакого ответа, вот это смущает многих в мире и провоцирует. А где ваших, президент проводил наших, красные линии? Конкретно одну красную линию. И наших назвать? Врагов провоцируют на подобные провокации, на подобные действия в дальнейшем. Кто может быть, был? Иногда риторику официальным лицам надо издерживать, а вот действия должны быть жестче. И этого требует, как мне кажется, и российское общество. Виктор, я начал задавать вопрос вам еще ну, раз. Во-первых, может. Президент России никаких четких таких красных линий не обозначал. А там есть много первое. Других спикеров, поэтому, которые обозначали. А другие спикеры в России не обязательно много чего решают. Угу. Скажем это прямо. Может быть, не очень хорошо. И поэтому исходите из того, что какой-то спикер на каком-то канале сказал, что есть какая-то красная Дмитрий линия. Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности? Вы знаете, если слушать все, что говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, это какие-то спикеры. Если слушать все, что и читать все, что говорит и пишет Дмитрий Анатольевич Медведев, и все угрозы, которые он вот так это не информационное пространство выбрасывает, становится очевидным, что основная часть деятельности сейчас, информационная именно Дмитрия Анатольевича Медведева, направлена на внутреннюю. Подчеркну, внутреннюю аудиторию. Он выступает как пропагандист. То есть все это понарошку. По сути, во многом да. И подождите, я не очень понимаю. Погодите секундочку. Значит, если вы говорите, что Дмитрий Анатольевич выступает как пропагандист... Понарошку. И это как бы немножко понарошку. Тогда я не очень понимаю. Значит, если общественная реакция как можно более жестче, решительнее, быстрее уничтожить противника... Тогда какой смысл вот в таких, как вы говорите, пропагандистских заявлениях, если за ними нет никакого действия? Ведь тогда у меня, как у общества, будет возникать этот вопрос. Вы что, ребят, вы зачем опять мне это говорите и ничего не делаете? Почему жесткая риторика Медведева есть, а реальных действий, которые ждут люди, нет? Потому что отчасти жесткая риторика Дмитрия Анатольевича и других спикеров, которые есть в Российской Федерации, заменяет жесткие действия, которые могли бы состояться на поле. Вот смотрите, людям нравится. Смотри, как он его приложил. Неважно, что это всего-навсего слова. Вот так же на Украине рукоплескали, когда там пели песню про Путина. Вот ничего сделать не можешь, но приложить словом молодец, вот орел. Вот примерно так это происходит. Поэтому я жду просто, когда в Организации Объединенных Наций дипломаты начнут просто друг друга на три буквы посылать. А это произойдет неизбежно.